Дорогие друзья, мы сейчас познакомились с Инной Брылевской. Брылевской, с Магнитогорска. Инна, расскажите о себе. Когда вы пришли вообще в компанию Oriflame и за какой срок сделали результат? В компании Oriflame я всего 9 месяцев нахожусь. Я врач-косметолог. В прошлом я врач-онколог. Занималась облучением злокачественных опухолей. Занималась научной деятельностью в онкологии. То есть я, в общем-то, серьезно занималась всеми этими проблемами. Но все-таки я выбрала косметологию, занимаюсь ей также серьезно. Езжу на различные международного класса обучения, анатомические курсы. И давно заметила на различных конференциях, что европейские, американские доктора ведут отдельную секцию по антиэйдж-медицине, по нутрициологии, но, честно говоря, роли этому я как-то не уделяла. И вот, скажем так, буквально как раз вот в марте в феврале-марте прошлого года стала задумываться, что вот почему я не у всех клиентов своих вижу результат на фоне терапии своей. То есть кожа не всегда отзывается на процедуры биоревитализации, армирования какого-то. Я стала разбираться более подробно в этом процессе и стала понимать, что ничего, ну, невозможно построить в коже, если нет резервов, если нет кирпичиков, строительных материалов. И я первоначально сама для себя, тут одновременно так совпало, что состояние здоровья мое было не очень хорошее, я первоначально привезла для себя витамины из Франции, попробовала, поняла, что я чувствовать себя стала лучше. Вот, и стала клиентом назначать соответствующую терапию, в аптеке купить там витамины С, цинк, селен, белка побольше пить для того, чтобы именно стимуляционные процессы в коже стали более такими адекватными, лучше отзывались на все методы нашей терапии. Вот. И тут моя клиентка, которая ко мне давно ходила, я знала, что она в компании Oriflame, она просто предложила, Инн, попробуй линейку Wellness. Так как я человек фундаментальный, я, в общем-то, достаточно не поставлю никогда в свою клинику те продукты, которые не изучены. Я, значит, сначала изучила эту продукцию. Меня очень заинтересовал антиоксидант астаксантин. Мы подняли с супругом наш... Да кто-то упал под елку. Там яма. Все живы? Вы живы? Ну и слава богу, видите, как все весело в нашей жизни. У меня супруг тоже онколог, мамолог, ультразвуковой терапевт. И, значит, мы с ним подняли эти публикации. У нас есть такой серьезный медицинский портал PubMed. И по астаксантину одному мы увидели, что публикаций более 400. Ну, также протеины, витамины и все такое прочее. Да, нам очень весело, конечно, рассказывать. Вот. Вот так вот и происходят случайности в жизни, да? Значит, и мы с ним начали изучать эту тематику и стали сами употреблять витамины. И я стала говорить клиентам, что есть такой вариант, что есть стандарты GMP, есть витамины Wellness, есть протеиновый коктейль шикарный Wellness, на которых я получаю результаты свои. И сейчас я их добавляю, в общем-то, при желании клиента, добавляю в наш общий план лечения. Считаю, что это просто необходимость постоянной терапии, то есть это как поддержание, потому что мы процентов на 80 по официальной статистике, у нас недостаточно количества белка вообще в мире у людей, да, также витамины. Вот. И сейчас мы спокойно, в общем-то, назначаем эти препараты. Люди либо сами себе по подписке выписывают, потому что это достаточно выгодно и эффективно. И такого качества витаминов, что женских, что мужчин, мужских, что детских, я думаю, что практически нет. То есть мы поизучали данные Института питания РАМ. Сделали выводы. Но астаксантину отдельная песня. Мы живем в городе Магнитогорске, не совсем чистом городе. И без него мы просто не мыслим. Я не говорю уже о результатах. То есть у меня у родственников есть заболевания суставов. Мы нашли много публикаций по лечению заболеваний суставов, таких как ревматоидный артрит, болезни Альцгеймера и прочее, прочее. И, в общем-то, многие врачи сейчас интересуются этой тематикой. Слава богу, и меняется представление
изменения в нашем организме человека. То есть это не значит, что нам нужно лечить болезнь, нужно предупреждать ее. Я надеюсь, что через пару лет все просто будут, как и нормальные европейцы, принимать БАДы с утра. Мы это делаем регулярно. Вот смотрите, Ин, вы как косметолог увидели результат. Вот делаете свои процедуры, человек параллельно принимает, вы видите результат, он лучше, чем, например, без витаминов и без белка, правильно? Да, даже если не делать каких-то процедур, я по себе могу сказать, да, что не делая каких-то процедур, я увидела улучшение качества кожи. Вот просто вот на витаминотерапии, на протеиновых коктейлях. Но мы много пьем протеина, и перекусы у меня супами протеиновыми, и клиентов, в общем-то, я к этому, ну, вообще людей, не то что клиентов, всех ориентиров. По поводу онкологии и астаксантина, раз уж вы онколог. Да, я хочу сказать, что вопрос дискутабельный, во-первых. Во-вторых, все нужно в зависимости от стадии, либо это процесс только начальный, тогда, конечно, нежелательно астаксантин, либо мы восстанавливаем после химиолучевой терапии, но индивидуально со своим онкологом. Хочу сказать, что многие врачи вообще боятся БАДов. Они считают, что это чуть ли не какой-то там, я не знаю, ужасный продукт. На самом деле это нормально, это то, что нам не хватает в организме. У нас сегодня весело здесь, да, поэтому... У нас весело, после елки начались олени. По поводу развития в Oriflame, кем себя видите? Вот вы достигли уровня директора, получили чек, премию $1000. А какие ваши цели вообще? Вот как вы Oriflame видите? Ну, я хочу сказать, что, в общем-то, я такой человек, что если я зажглась идеей, если ее поняла, я искренне рассказываю об этом людям, да, то есть искренне рассказываю об этих результатах, вот, и буквально за первые 3 дня до окончания каталога, в которых я пришла, я сделала 15%, вот, и со второго каталога я открыла 22%, вот. Очень все 8 каталогов это поддержала, закрыла, только потому, что я реально желаю людям здоровья. Я знаю, что на этой продукции мои родные и близкие стали более здоровые и счастливые. И вот нужно просто понимать, что ты делаешь, понимать продукт, любить его. Как я вижу себя в Oriflame, я вижу это как дополнительный мой доход. Стабильный, пассивный, потому что на моей работе мне приходится, я совершенно успешный косметолог, но я понимаю, что, наверное, не всегда я буду таким, не всегда хватает сил на все. Хочется просто иметь какой-то пассивный доход. В общем-то, мы с супругом вот развиваемся в плане пассивного, получения еще пассивного дохода, при этом поддерживая уровень своего здоровья и жизни на должном уровне. Спасибо. Как получается менять мнение людей? Ведь большинство людей, вы согласны, когда слышат Oriflame, и нет, спасибо, и, ну, это несерьезно считают многие люди, особенно врачи, особенно тоже косметологи. Вот, но как это, почему думают, люди не могут отвечать? Потому что нет достаточной информации. Если есть у тебя достаточная информация о данном проекте, то есть мы очень хорошо изучили про всю информацию про Эгилёса, про Стива Стенга, про все научные, я говорю, исследования. Вот буквально мой вышестоящий директор, она побывала в Гелиосе и, так скажем, вот в этом году. И она уже воочию видела, как это все производится. Она говорит, что у меня, Ин, больше никогда теперь не переубедишь, что это что-то непонятное. Я, в общем-то, тоже доверяю мнениям специалистам. В этом году я была в Болгарии, общалась с Оленом Маваном. Да, и сейчас еще изучали линейку NovAge. Вот, что про NovAge скажете? Хочу сказать, что я в тестовом режиме, даже без изучения, я очень скептик такой хороший, как и все врачи, наверное. Я взяла на изучение эту линейку. Вот, мне нравится она, то есть линейка после 40 лет, которая... Мне очень эта линейка нравится, получаю удовольствие, вижу результаты. Также опробирую пилинги, понравилась очень мне маска NovAge. Есть несколько роликов мои на YouTube по подробному описанию процедур. Очень жду линейку мужскую, супруг мой ждет. У меня очень много мужчин клиентов, да, я думаю, что я буду рекомендовать и тоже в своей клинике поставлю данную продукцию. Здорово. Считаю ее достойной. Здорово. Что пожелаете тем, кто смотрит это видео и сомневается? Как правило, новички. Да, я хочу сказать, все сомнения от незнания продукта.
от неуверенности в себе. Вот если изучите продукт, если влюбитесь в него, поймете его вот с самого начала и до конца, но вам не составит сложности рассказывать об этом людям. А если вы не знаете продукт, невозможно его предлагать и рассказывать. То есть я желаю изучить вначале продукт. И всем своим новичкам я говорю об этом, что изучите продукт. Основные компоненты, омега-3, для чего они нужны, для чего нужен астаксантин. Вы будете помогать людям и с легкостью расти по карьерной лестнице. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо.